Приветствуем вас на канале Веселая Семейка. Предлагаем приготовить лечо просто и вкусно. Для этого нам понадобится 3 килограмма помидор. Мы их нарежем дольками и приготовим томатный соус с помощью любого измельчителя. Это может быть мясорубка или блендер. Доводим до кипения и добавляем 1 стакан сахара, 2 столовые ложки соли. Добавляем 1 стакан растительного масла по желанию. Я масло пропускаю и перемешиваем. Ставим на огонь и кипятим 10-15 минут. Для тушения используем большую посуду, эмалированную или нержавейку. За это время подготовим 3 кг перца, помоем, очистим от семян и нарежем. Чем мясистее перец, тем вкуснее получится лечо. Банки желательно простерилизовать заранее. Для этого их тщательно вымыть и поставить в микроволновую печь на 4-5 минут. На дно банки добавьте немного горячей воды. Итак, приступаем к варке лечо. Засыпаем нарезанный болгарский перец и хорошо перемешиваем. После закипания провариваем 15 минут, периодически помешивая. Перец должен стать мягким, но не развариться. Важно следить, чтобы перец сварился, но при этом оставался хрустящим и не потерял яркий цвет и форму. Как только перец приготовился, добавляем 3-4 зубчика чеснока и 1 чайную ложку эссенции. И даем снова закипеть. Блюдо пробуем на соль, остроту, сладость. При необходимости добавляем любимые специи. Ароматную смесь в горячем виде разливаем по банкам. Железную крышку кипятим 1-2 минуты и закатываем. Перевернем закрытую банку для проверки. Пальцем проводим под крышкой. Сухо, значит, закрыли хорошо. Накрываем теплым одеялом или укутываем полотенцем. И оставляем до полного остывания. Лечо из болгарского перца готово. Вкусная и полезная заготовка на зиму станет отличным дополнением к мясу, птице и любым гарнирам. Спасибо за просмотр!